На Ямале открыты для движения все зимники. Ограничения, введенные из-за метели, сняты. Однако для обеспечения безопасности на дорогах региона круглосуточно дежурят более 30 единиц техники. Накануне выезд на сезонные трассы был закрыт из-за метели и порывистого ветра. Однако уже в пятницу, по данным синоптиков, ветер вновь усилится и будет сопровождаться обильными осадками. За состоянием и безопасностью движения на зимних автодорогах можно следить на сайте окружного департамента транспорта.